А вот корреспондент 7 канала Яна Алиматова сейчас находится на проспекте Жукова, 16А. Это округ номер 2. Здесь будет голосовать Мария Гайдар. Смотри. Мне можно тебе ноги. Она, здравствуйте. Спасибо, Елена. Добрый день всем одесситам. Мы находимся на улице Маршала Жукова, 16А. Это избирательный округ номер 511-076. Рядом со мной стоит заместитель главы избирательной комиссии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Боднарь Валентина. Расскажите, сколько у вас всего зарегистрировано избирателей на участке? Зарегистрировано 2322 избирателя, из них 17 НСП. Ну, это люди, которые не умеют сами передвигаться. Проголосовало где-то уже 840 где-то человек. Расскажите про избирательный процесс, какие настроения на участке? Хорошие, спокойные, народ хорошо идет, тихо, мирно голосует и уходит. Скажите, как были, может быть, какие-то нарушения, какие-нибудь эксцессы? Нет, пока никаких не замечаний ни от наблюдателей, ни от кого, как бы нет. Еще такой вопрос. Мария Гайдар, она зарегистрирована по этому участку, она уже проголосовала? Вроде бы еще нет. Я напоминаю, мы находимся по адресу улица Маршала Жукова, 16А. Это избирательный округ номер 511-076. Студия. Спасибо, Яна. Ну а мы продолжаем следить за последними новостями.